мини-башни у них везде. Это у нас бамбук. Вот так он растет. Вот. Он очень быстро растет. За 6 месяцев вот такие вот выросли лисины. Быстро, правда. Первый раз вижу, как бамбук растет. Вот бамбук, так бамбук. Вот так вот растет орхидея. Орхидея на любом может. Здесь влажность очень большая, и они растут. Прям к стволу дерева. Вот так вот корни. Новый фрукт ем. Как называется, не знаю. Очень вкусно. О, прикольно, красиво. Там я запрудил, прудил. Это снабжаете воду вы, да. Дом, да? Да. Продавали сами, да? Да? Оно продается, да? Продается, да. А вот так куда ведет воду? Обои туда ведут. А, туда ведут? А вот так, одну трубу. Интересно. Надо же менять эти... Сальники? Да. А почему одна в одну сторону, другая в другую? А, потому что одна удобнее было. А, она хоть крутиться будет. И сколько людей снабжает вот это? А? Сколько людей снабжает? Ну, все тут наши, все коров, все коровки. Если хорошо раскроется, то очень удобно. А откуда всасывает? Откуда она берет? Вон те ведра. А, вон те ведра. Да, вот и откуда вон ведра. А, ведра идет, она оттуда вытягивает. Да, понятно. Все просто. Просто.